Главное предложение только сегодняшнего дня. Что же может быть именно в такое время, когда на улице уже сугробы и хрустит снег под ногами? Конечно же, это будет у нас с вами пуховик. Данное предложение выполнено на основе особого современного утеплителя – хлофайбера, что обеспечивает возможность создать пуховик более легкой формы, но при этом по его граммовке согреть на максимальную температуру – от минус 25 до минус 30-35 градусов. Данное предложение представлено от российского бренда, поэтому статус «Покупай наше» мы с вами с гордостью сегодня озвучиваем. Ну и, конечно же, от чего в России березы шумят? От чего белоствольные все понимают? Потому что понимают, что вы замерзли, и бренд Birch, что с английского переводится как «березы», как раз-таки сегодня станет вашей отправной точкой. 5999 рублей – цена на сегодня. Это черная пятница, поэтому самая низкая цена за самый теплый пуховик. Вот этот цвет будет называться пудровый. Он граничит между нежно-розовым античным цветом плюс бежевым. Следующий оттенок будет называться джинсовый. Такой, знаете, небесный, прохладный голубой цвет. Следующий цвет у нас с вами будет называться классический синий оттенок. Также у нас будет представлен вот такой эффектный изумрудный, как напоминание новогодней ели, да, или нашей тайги бескрайней. И завершит палитру вот такой пепельный серый цвет. Данный бренд работает в сдвоенном размерном ряду, а это значит, что дистанционно безопасная покупка здесь автоматически. При выборе размера вам необходимо выбрать собственный размер с дробью на размер плюс. Это значит, что у вас будет дополнительный припуск для пододевания более объемных свитеров или пуловеров. Вооружаясь сантиметров, и будем с вами замерять данное предложение. Пудровый цвет, который я сейчас вот держу в руках, я раскрою и сразу вам продемонстрирую бирочку. Вот он, бренд Birch, 54/56. То есть будем замеры делать именно на основе этого размера. Так, капюшон. У нас козырек с вами 6,5 сантиметров. Высота капюшона 50 сантиметров. В глубину до затылка в полуобхвате 35, то есть суммарно 70. По плечевому сегменту у нас с вами здесь 13 увеличен на плюс 1 сантиметр. В полуобхвате подмышечной проймы составляет 38-39, то есть увеличен. По предплечью данное предложение увеличено до 25 в полуобхвате. 54/56 по груди составляет у нас с вами в среднем 65 сантиметров. То есть мы получаем практически с вами 130 сантиметров. По талии данное предложение 66, и по зоне бедра у нас с вами изделие 72 сантиметра. Общая длина самого изделия 1 метр 5 сантиметров. То есть это идеальная длина для того, чтобы носить теплый пуховик в сочетании как с платьями, юбками, так же, конечно же, с брюками разного формата. На подиуме появляется Ксения, она обладательница классических песочных часов 50-го размера, демонстрирует на себе сейчас цвет джинсовый. Уже в сочетании с шапкой за 2499 рублей и джеггинсами на основе утепленного Велсофта. Синтия называется данные джеггинсы, имитируют эффект джинсы, но при этом выполнены на пушистой основе, что обеспечивает также морозоустойчивость до минус 30 градусов. То есть в данном случае на Ксении все три продукта, которые согревают до минус 30 градусов. То есть образ для сибирских морозов ну просто идеален. Поэтому забирайте сразу. 5999 рублей – это уже автоматическая бесплатная доставка. То есть главное предложение дня, и уже не стоит вопрос у нас с вами по поводу того, сколько нужно оплачивать и какие сервисные сборы с вас еще будут забирать. Давайте пройдемся по самой структуре данного предложения. Во-первых, мы получаем с вами максимально недорогой пуховик с максимально высокой температурой согрева от минус 25 до минус 30 градусов, за счет чего у нас с вами происходит такая теплоизоляция. Так как бренд Birch, российский бренд одного цикла, то есть бренд работает в системе изготовить сырье и полностью изготовить само изделие, то есть в одном получается предприятии. Это
Это обеспечивает качество изделий, это обеспечивает 100% контроль над работой каждой детали. Ну и, конечно же, утеплителем для бренда Burge всегда является Technofiber или Halofiber. Это один из самых современных утеплителей, его не нужно в большой граммовке, в среднем нужно только до 125 грамм для того, чтобы обеспечить максимальное тепло. То есть вы получаете тепло человека, и у нас с вами идет процессы физические, которые дают возможности сохранять температуру вашего тела и контролировать ее. Если вы заходите в помещение, то он убавляет тепло. Если вы выходите на улицу, он наращивает это тепло. Такой утеплитель применяется для изготовления утепления костюмов космонавтов. Поэтому в данном случае изделие выдерживает давление и различные ветреные погоды. Также у нас с вами снаружи материал является тафета. Несмотря на то, что здесь особой речи не идет о том, что будет ли промокать, потому что в минус 30 у нас никаких осадков не бывает, но в любом случае защита от того, что вы даже, например, скатились с горки, кидались снежками, данное изделие выдерживает водостойкость, то есть дает возможности изделию не сыреть. Плюс мы с вами видим детали, которые визуально дают стройность. Это отторочка по зоне кармана, это у нас с вами слегка на 45 градусов отведенная стежка, что придает образу все-таки какой-то миниатюрности. Даже есть специальные клапаны с фиксаторами, которые дают возможность поджать немножко этот элемент и придать образу изысканности. Смотрите, какие детали. Очень крепкие крепежи. Сам шнурок отторочен этим же материалом, причем шов уводится вовнутрь. То есть это очень филигранная работа. Прелесть бренда Burge в том, что при изготовлении изделия он кладет флисовую основу на лицевую сторону вашей руки. Поэтому, когда вы кладете руку в карман, и она, кстати, крепится на магните, что дает возможность не потерять телефон. То есть каждая деталь, которую мы здесь видим, она уже уникальна. Ну и, конечно же, цена. Внизу появляется уже отзыв из города Ижевск. Только что заказала пуховик, проведу новогодние каникулы на улице с удовольствием. Главное, чтобы это было не, знаете, как вот просто так написали, на улице. На улице только вот временно. Главное, чтобы не навсегда. И, конечно же, в таком изделии это будет комфортно. Если все будут зябнуть, например, надев какое-то очень легкое изделие, то вам будет комфортно. Это действительно идеальное предложение за последнее время, мне кажется, даже смело могу сказать. Можно выбрать для себя сегодня вот такой джинсовый цвет, как на Ксении. Забирайте вместе с головным убором и забирайте вместе с джеггинсами на основе теплого велсофта. Главное предложение дня – это уже автоматическая бесплатная доставка. Пудровый цвет, джинсовый оттенок, классический синий, изумрудный и пепельный серый цвет. Красивые, эффектные, спокойные тона, базовая фактура, самая низкая цена и самая высокая температура. Покупай наше, это бренд Burge.